только легкая, чтобы не спали. Мы находимся в детском приюте в городе Одессе. В приюте находятся дети из неблагополучных семей, те, кто нуждается в государственной опеке. И мы это делаем. Дети напуганы, дети боятся. Они пока не знают, что это война, но они боятся. И у меня вопрос. От кого вы, блядь, нас спасаете?